Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Уже собирается время 6:39. Ну, что не знаю. Я ее сейчас отвезу на этот... на вокзал. Туда они поедут. И все. Все еще спят. Папа наш на работе уже. Так что мне придется ее отвезти. И еще нам нужно заехать на заправку, взять что-нибудь, перекусить. Поехали, Маргош. Маргош не отправляется. Чемодан на месте. Это она рюкзак еще с собой берет. Так, все, купили покушать. Водичку и этот сэндвич с курочкой. Тебе точно до вечера хватит? До вечера? Да. Точно? Может, тебе еще денежку дать? Не, ну, нам же дадут денежку. Все, время у нас еще... Сколько минут у нас еще? Много. Много? Все, пока всем говори. Сейчас чемодан ей передам. Все, пошла Маргоша. Все, готовы. Детвора уже. Ты спишь еще? Расчесалась? Не запутались? Косичку надо заплести, чтобы тебе в школе волосы не мешали, да? Макс, давай зубки чистить, вставай. Давай быстро. С чем тебе сделать? Какая? Я тебе положила там сухарики. Такие. Сухарики, вот такие вот рисовые, рисовый хлебушек. И Максу я делаю бутерброд с сыром. Тебе с лавашем сделать? С сыром. У тебя сегодня два раза. У Макса тоже. А, Даня, ой, Макс, с Даней придешь. Макс, идешь с Каролиной? Один пойдешь? Ну ладно, иди, Каролина. Один пойдет. Пока. Пока. Еще 15, 10 минут еще. Давай. Не выспался Макс сегодня. Ты помочь? Что случилось? В смысле не пойдешь? Уже второй класс, уже большой мальчик. Пока. Вот так вот каждое утро. Вчера немножко поздновато спать лег, поэтому, скорее всего, он не выспался. У нас так всегда в понедельник, потому что в воскресенье тяжело спать, лечь. Немножко режим сбивается на выходных, поэтому понедельник для них сложный день. Ковер уже, скорее всего, высох. Сейчас проверим. И бассейн убрать. Его нужно помыть, высушить. Ё-моё! Дождик был утром. Дождик был. Вчера был сухой ковер. Вообще-то не передавали дождя, но ладно. Буду ждать. Буду ждать солнышко. Чуть-чуть такой влажный. Ксюшка спит еще. Сейчас отправлю пылесос убирать. И мне нужно будет поработать немножко с компьютером, с фотографиями, которые я делала вчера. Так, мне уже по времени нужно готовить обед. Я хочу сварить супчик рыбный. Делаем нашу картошечку. Я всегда замораживаю таким образом перчик, вот такие вот. Остается крышечка. Я ее потом бросаю в суп. Потом вытаскиваю, когда сварится. И рыбку я добавлю в последнюю очередь, потому что она варится быстро. Солнышко светит. Пойду я проверю коврик. Как он там высох или нет. Если высох, занесу. Давай уходи отсюда. О, все, замечательно, видите, полежал и высох. Так, все, закидываю рыбку.
супчик готов. Как раз успела. Еще сюда зеленушку надо насыпать. Зеленушку. Филька там поет опять. Все, слили водичку. Теперь нужно подождать, пока высохнет. Потом переверну и с обратной стороны помою. В этом году уже лучше, потому что мы постелили черные пакеты. Видите, уже там плесени нет, как в прошлый раз. Все чистенько. Просто немножко земля есть в кое-каких местах. Все, сейчас высохнет и будем это. И вот такое вот пятнышко осталось. Некрасивое. Да, вот эти вот помой трубы все. Пятнышко такое кругленькое. Засеять его потом. У нас уже батут не будет стоять, поэтому. Уже выкинули. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх. И кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. В общем, все мы собрали, помыли. Хотели помыть с обратной стороны бассейн. Нам отключили воду почему-то. Видите, там тут грязь все хотела смыть. Короче, хотела с этой штукой помыть бассейн. Воду отключили. Ладно, подождем, может там что-то ремонтируют. Ну и жаришка сегодня. Так, что, будем печь эти маффины, тыквенные? Тыквенные маффины будем печь. Тыковку я подготовила, нарезала. Теперь сейчас я ее накрою фольгой и примерно на часик уберу в духовку. Но по-разному, смотря какой сорт. Я не помню, сколько готовится эта тыква. Половинка у меня еще осталась. Я ее закрою и уберу в холодильник. Тыква готова. Теперь добавляем яйца, 8 штук, сахар 300 грамм. Это мы все сейчас будем. Все нужно взбить до пышной белой пены. Ну, вставляй. Яйца с сахаром взбили, тыкву пробили. И здесь мука с разрыхлителем. Теперь смешиваем. Еще нужно немножко посолить. Все, вот такое вот тесто получилось, оно немножко такое жидковатое. Вот, и первая партия уже там. 180 градусов, 30-35 минут. Второй день снимаем влог, вчера не доснимала, поэтому продолжаю. Сегодня вечером пойду за Маргаритой, они уже возвращаются. Где у меня? Бонни там на улице. Да, во сколько точно не знаю, но сказала, что она вечером мне напишет, мне нужно будет на вокзал поехать, ее встретить. Отпусти ее, не знаю, убежит она или нет. Бассейн убрали, помыли. Все. Вон там он висит, сохнет. Повесила его на солнышко. Бонни, иди сюда. Иди ко мне, Бонни. Иди. Ой, там Бонечка. Девочка моя, надо белье снять. Чика. Нельзя. Бонни, иди сюда. Смотри, чтобы она не убежала. А то она хитрая, мадам. Так, вот он, поезд приехал. Маргоша приехала. Скорее всего, этот, потому что уже по времени. Сейчас будут выходить. Вон они там уже выходят. Уже выходят. Где там наша Маргоша? Это чемодан. Ксюша, это тебе пресс качать. Ксюша. Там дома? Дома я видела такое. Дома я видела. Загружай. Маргарита злая приехала. Я ее не снимаю. Она сегодня что-то злая. С кем-то поругалась, наверное. Она сказала: мама, меня не снимай.
Так, я села вязать новую игрушку. Хочу связать зайку. Сама сижу, выдумываю схему. Вот эта лапка первая, нижняя, видите, она такая вот в башмачках, как в туфельках или в тапочках, не знаю. Вот вторая вот лапка уже пошла. Хочу что-то сама придумать свое. Кто спрашивал аккаунт в Инстаграме? Мой аккаунт с моими вязаными игрушками, вот так вот он называется. У тебя там есть ссылка в описании, но, может быть, кто-то не нашел. Вот так вот называется аккаунт. Поэтому, да что ж такое? Ну что там, ему плохо, что ли? Филипп, кс-кс-кс. А кто хочет, подписывайтесь. Здесь все мои игрушечки, все мои работы. Ты кису зовешь? Нету кисы. Нету там кисы, нету. Бассейн потрогай. Нету кису, у нее не пришла сегодня киса. Ну, завтра с ней. Завтра уберем бассейн, но я уже не буду трогать. О, Макс! Зубки чистим. А ты чья щетка вообще? У тебя другая была. Это школьная? Ага. Вам в школе щетки дают? Ты подстригла волосы? Ну, как Каролина будет смотреться, если подстрижет волосы? Посмотри сюда. Это непривычно. Не нравится? Мне не нравится с короткими. Ну, Каролина. Нет, это я не, или мне просто непривычно, не знаю. Вот так вот лучше. Нет, вот так вот нужно. В другую сторону. Вот так работает. Рандио. Ну все тогда. Ну чем будем ломался светильник? Чем будем спать? Чем будем спать? Не знаю, с другим светильник работал. Почему сегодня не работает? Не знаю, что-то происходит. Что-то происходит? Интересно, что происходит. Они без света не спят. Хотя бы один ночничок должен у них работать. Так они не спят. Давай думай. Нужно. У нас все ночники с батарейками, а батареек тоже нет. Так, ну что, буду я заканчивать влог. Засиделась я. Уже час ночи. Сидела, вязала. Ну, что у меня получилось? В общем, связала ножки, тело и одну лапку. Сюда. Завтра буду довязывать вторую и голову. Так что вот так вот. Так, все это оставлю здесь. Завтра буду продолжать. Пойду я уже отдыхать. Завтра рано утром вставать, детей будить. Вот. Так что. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем влоге. Всем пока.